Друзья, всем доброе утро. Птица, как всегда, на своем месте. Голуби в ожидании полета. Сегодня у нас 31 августа. Время ближе к 7 часам утра. Я стараюсь в это время примерно в 7 часов утра постоянно их и выпускать. Они как бы свыкаются уже со временем. Привыкают, как на режим выходят. Это чаще всего в такое время и выпускаю. Так что голуби уже привыкли к такому времени. Чаще всего, я же говорю, так и выпускаю в 7 часов утра. И они как бы уже в ожидании полета. Уже ждут, уже знают, что попадая в этот чудо-ящичек, можно будет полетать, в небе порезвиться. Так я их после полета, заходят они у меня, я их закрываю, не даю им гулять. Они заходят, закрываю за ними вольер, но они в принципе и не хотят никуда. Вот это они отдыхают. Может, вечерком там вольер в лучшем случае зайти. Чуть-чуть подышать воздухом свежим и назад. Так что у них, чтоб отдельно никто не срывался, не выходил, не летал в свое удовольствие. Так что их и приучаю общей группой, чтоб летали, так сказать, тогда, когда им нужно, своей группой, как я хочу, а не так, как им вздумается. Так что вот это утречко для них, попадая в этот ящик, у них уже и ассоциируется с полетом, ждут. Тут, ребята, молодежь, прошлогодние мои голуби, которых показывал, как летает, и молодежь помоложе есть голуби. Вот они такие, как бы светленькие, их видно посветлее. Вот на переднем плане. Только кто постарше с молодых, кто попозже. Вон там двоечка сидит молоденьких. Оно и видно, они такие, как светленькие. А вот когда голуби уже прошлогодние, они, конечно, вот такие, как более краб у них проступают. Добавляю я постоянно молоденьких. Эти, кто сейчас здесь, уже спокойно вышли они на 5 часов лета. Вместе дружной компашкой полетали, и я их уже соединил со взрослыми. Так что они спокойно с ними сейчас начинают уже летать. Не все, конечно, тут есть кто-то или хитрит из молодых, или пока еще не готов со взрослыми штурмовать. Но мы таких вычислим. Так, сейчас, ребята, в полет. Ну что, братва, полетели? Тра-та-та-та-та! Как с пулемета выстрелили. Так, закроем сейчас пока. И продолжим. Пусть поднимается. Так, друзья, поднимается птичка. Поднимается. Сейчас, конечно, как-то, можно сказать, даже пасмурно. Но на 7 часов утра и написано пасмурно. Не знаю, как они вырвутся, насколько быстро. 8 часов утра уже синоптик показывает солнечно. Так что, дай бог, погода разведнется, небо станет чистое, будет хорошо им. А так, можно сказать, действительно, последний
день лета, 31 августа, как будто лето с осенью встречается по погоде. Дай бог наладится погодка. Потихоньку стрелят, поднимаются. Думаю, буду снимать сразу же, как только выходят. Сразу начну снимать, потому что пока отвернешься от них, пока взгляд уберешь, потом найти не можешь. Думаю, вот это теперь буду так. Вышли, полетели, держать их в кадре. Не знаю, как в такую погоду они, конечно, пойдут. Но посмотрим. Друзья, можно сказать, закрытие летних полетов. Последний полет лета. 31 августа 2022. Впереди осень. С другой стороны, хорошо, что и небо такое подтянутое, удобнее снимать, солнце глаза не выедает, удобненько. И голубей видно на небе хорошо. Поднимается. Друзья, поднимаются голуби, стоят практически. Голубятни. Сейчас попробую их приблизить. Вот они. Плавно набирают высоту. А сегодня вот тоже встал утром. Кинулся. 31 августа. В шоке был. Как же время быстро летит. Казалось бы, недавно только весна была, потом лето началось. Сегодня уже и последний день лета. Ужас, не знаю, так время стало быстро лететь. Вспоминаю в школу, как ходил, так это сидишь на уроке, урок 45 минут, кажется, такой длинный, вечность, ужас. Тут как будто вчера лето началось, на завтра уже закончилось. Не знаю. Наверное, с возрастом действительно как-то время летит. Летит аж прямо, тикает, как счетчик. Он забирается, как уже видно, да? Там где-то стоят. Один там какой-то дурачок откололся. Надо бы сейчас сядет, пресеку, кто это. Друзья, отличная погодка, не жарко, ветра нет практически. Голубям такая погодка по душе. Летай не хочу. Время уже около 8 часов утра. Небо действительно вот видно, да, как поменялось. Обещали на 8 погодку получше, что должно солнце выйти, так и получается. Можно верить на синоптику, я часто поглядываю, но сейчас не особо, а вот осенью да. И сегодня действительно у них прощальный полет, прощание летом. Последний полет лета 2022. Впереди осень. Посмотрим, какие сюрпризы приготовят в этом году, какая погодка будет, дождливая или нет. Мне, как, конечно, голубятнику, голубеводу, хотелось бы, чтобы поменьше пасмурности, поменьше дождей.
Погодка летная была. Да и голубям тоже это. Только на пользу. Придется более осторожно смотреть по погоде, когда птица долго летает или высоко. Желательно не попадать ни в какие передряги с тучами. Обалдеет. Ну и пусть летает. Осенью продолжим. Вот так забрались. Ходят. Ну все, ребята. Счастливо, всем и удачи. Пусть ваша птичка вас радует полетами. Пока всем.